Все, кто был замешан в этом деле, задержаны и предстанут перед правосудием. Будут наказаны и исполнители, и организаторы, и заказчики. Лично я даю эту гарантию. Еще один офицер, Владимир Бедукадзе, находится в розыске. Он сейчас скрывается в Бельгии и просит у этой страны политического убежища. Задержанных допросили, после чего следователи сделали выводы. Именно Бедукадзе заказал съемку скандальных кадров и пообещал заплатить за это сотрудникам пенитенциарной системы несколько миллионов долларов.